Слава! Чё? Чё ты чокаешь отцу? Повернись, когда я разговариваю с тобой. Я постоянно только ухо твое и затылок вижу. У меня в последнее время ощущение, что у меня не сын растет, а ухо с затылком. Ну так что самые нужные части тела для тебя? Почему? Ну, в ухо ты мне орешь, а по затылку ты мне бьешь. Я сейчас как дам по затылку. Ну вот, я говорю же. Ну-ка повернись ко мне. Вон шары красные уже, хоть прикуривай. Че ты шары-то? Смотри, испортишь зрение себе. Слава, ну-ка дай-ка мне планшет. Чего? Мне соседка сказала, что ты нас на видео снимаешь и в интернет выкладываешь. Какой-то видеоблог ведешь, ну-ка. Дай сюда, какой еще там видеоблог? Отец храпит. Смотреть до конца. Ты что, меня снимаешь, когда я сплю, что ли? Ничего не снимаю, там из подъезда даже слышно. Это что за видео? Мамины шапки. Видео. Не знаю, зебра это или бобер, но цвет просто жесть. Надо отдать бомжам. На, мать, смотри. Хенде хох, цурюк капут. Учим немецкий с дедом. С ума сошел, что ли? Хомяк их на. Домашняя пародия на Дональда Трампа. Сестра привела парня домой. Прямая трансляция. Ты что, за сестрой, что ли, подсекаешь? Ты что делаешь-то, а? Это зачем тебе все? Для лайков. Для собак? Почему для собак-то? Ну, короче, смотрите, если вот мама наденет лосины и будет стриптиз танцевать, то это 100 лайков. Если папа наденет колготки и будет стриптиз танцевать, это 100 тысяч лайков. Ты что такое говоришь-то? Я-то отца перетанцую. А вот давай сейчас вместе видос запилим, а? Как отучить сына от планшета на 1,5 месяца, а? И сразу 2 лайка от матери, от меня, еще бабушка с дедушкой добавить. 4 лайка будет сразу. Так все, никакого планшета, никакого видеоблога. И шапки мои верни. Ты их уважать должен. Они, между прочим, старше тебя. Ну, я тебя как дам сейчас тебе. Да что ты его...